Еще в начале 2000-х годов это коррумпированное правительство во главе с Нурсултаном Назарбаевым заявляло: берите кредиты, покупайте недвижимость, экономика страны растет, вы будете больше заработную плату получать, вы будете в состоянии оплачивать эти кредитные расходы. И, конечно, население, веря президенту страны, веря премьер-министру Карим Масимову, который тогда был премьер-министром, веря председателю Центрального банка Кайрату Келимбетову, конечно, пошли брать кредиты. Но что произошло позже? Произошло две девальвации. При этом при каждой девальвации накануне Нурсултан Назарбаев заявлял, что не будет никакой девальвации. Я вам сам лично скажу, если будут какие-то проблемы. То есть президент страны и правительство обманывало вас. Фактически вы попали в кабалу, вы набрали кредиты разных, ипотечных, потребительских, уверенные в завтрашнем дне, веря президенту страны. И вы попали, потому что вы потеряли работу и оказались не в состоянии оплачивать ни сам кредит, ни проценты, вообще ничего. И завтра к вам пришли представители банка, начали изымать недвижимость, и тысячи людей попали в труднейшую ситуацию. Это гигантские жизненные трагедии, связанные с тем, что во главе страны стоит коррумпированный президент, который думает только о себе, и о своем кармане, о своих близких родственниках. Он не думает о своей стране. Почти 30 лет нахождения его у власти уже это каждый день вам подтверждает.